при входе номер сразу видим какую-то дверь, но туда мы заглянем позже. Здесь есть шкаф, куда можно сложить личные вещи и дополнительное одеяло. Это на случай, если станет холодно, что, думаю, будет вряд ли. Еще есть удобное зеркало. Можно полюбоваться собой перед выходом на процедуру или на дискотеку. Пойдемте посмотрим, что дальше. Заходим в номер. Он в уютных зеленых оттенках, располагает к отдыху. Здесь большая двухспальная кровать, банные принадлежности, которые понадобятся и на процедурах, и в быту. Есть кондиционер, что немаловажно, думаю, это понадобится в знойное лето. Дальше мы проходим, здесь зеркало, есть столик, стул, электрочайник. И я вижу, здесь спрятался маленький холодильник, это пригодится в хозяйстве. А здесь есть комод, телевизор, который удобно будет просматриваться с кровати, журнальный столик и пуфик для отдыха. В номере светлый уютный санузел, здесь есть душевой поддон, все необходимое и даже фен